Здравствуйте! Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Kia Rio 2012 года выпуска. Объемом 1,4 литра G4FA. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Производим замер компрессии. Первый цилиндр. Тринадцать килограмм. Второй цилиндр. 13 килограмм. Третий цилиндр. 13 килограмм. Четвертый цилиндр. 14 килограмм. Имеется видеообзор работающего двигателя. Запуск двигателя. Работа двигателя на холостых оборотах. Работа двигателя на высоких оборотах. Пробег двигателя 228 624 километра. Check engine не горит, ошибок связан с работой двигателя нет. Производим осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркирует с термопломбой индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Опытные специалисты помогут с подбором двигателя. А квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.